«Миссия Картель». Наша задача была проникнуть на виллу, найти ноутбук и скачать данные о нарколабораториях. Сжечь 3 поля марихуаны и уничтожить 2 грузовика с собранным товаром. Меня должен был забрать Литтлберг в назначенной точке. И далее от нас требовалось прикрытие союзных отделений с воздуха, попутно проводя разведку и передавая в штаб о передвижениях врага. Здорово, парни. Сейчас я магазин сгружу. Готов. У вас какая КВшка, ребят? Давай тогда что-то придумаем попроще. Сотка, давай сотка, все. Раз-раз. Ага. Короче, смотри, я сейчас буду набирать высоту. Там такая тема, как самолет, он может настараниться, в принципе. Понял. Ты говори, с какой стороны тебе будет удобнее работать. Я пока набираю. Мы можем, короче, на высоте километра висеть спокойно, они нас не увидят. Понял, ну километр будет нормально. Но долго висеть мы не сможем, поскольку... Что надо? Забрал. Понял. Короче, там поставили метку уже на пехов. Сейчас можно посмотреть будет. Это где ГГшники идут. Наберу хотя бы метров 700. На берегу, да, вижу. Я могу стрелять вот практически прямо. И весь правый, короче, полукруг. То есть прям под 90 градусов вниз, да? Нет, вниз я не могу. Прям вот прямо. Окей. Ну, скажешь, есть еще проблемы. Углы, все. Что-то пока не вижу никого на этом полоске. Ну вот слева там стоит метка, прям на церкви. Один пехотинец. Наблюдатель, наверное. Где? На церкви, на карте церковь, там крест нарисован. Одна метка стоит. Вертолет. Вижу церковь, хотя. Церковь, которая на высоте 112? Нет, 26, церковь. Высота 26. 38 азимут. Меня нормально было слышно? Нет? Да, 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 хорошо. Хорошо слышно. Вижу, пек стоит под нами один, сейчас буду работать. Валя, тут ветер вертушки не замеряется. Хреново, конечно. Так, но он был на север вроде. Сейчас. Идем ко мне? Нет, стоит там дворик такой небольшой. Одиночный дом, церковь. Вот он лег сейчас там. А, вижу, короче, он слева от церкви. Да, 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 да. Он вертится. Да, 1300. Я тебе могу еще раз снять, конечно. На такой высоте угол места цели был сильно отрицательный. Поэтому я корректировал огонь по сетке, ориентируясь на попадание пули. Я в транспортный поставил метку, видно, нет? Да, видно. Вот в том доме он сидит, в том доме сидит. Не в церкви, а рядом дом, который. Говорит, от церкви на северо-восток.
Мы поняли, господа. Вижу, в камнях сидит Азимут 11. Чуть выше берега, от домов через дорогу. 1600. Ага, выше уходит. Понял, сейчас попробуем. КС убили. Майор убили. Под ноги попал ему. Давай, сядь. Попадание. Ой. Без сознанка, блин. Давай, кореш. Готов. РПГшка была седьмая. Это возможно тот, кто перейдет. Остановился пикап. 63 азима. Сейчас меточку дам. Дымы какие-то желтые на церкви, кстати. Где до этого мы пасли чувака. Там они сломали дом, в котором он прятался. Вероятно, его наши штурмуют. Противника желтые шлипы. А, вон там мертвый в том доме, в котором он был. А, чуть дальше него белый ангар на 20. На 20 от церкви белый ангар. Там пехотинец. 2 километра. Не надо, не надо. Сейчас отсюда попробуем. Капа, я вам меточку поставил. Там у белого ангара челик сидит рядом с вами. Вас на реке. Прям похуй, вот, что он прям под ноги падает, ему без разницы. Я не вижу, к сожалению, как он вообще. Попал, минус он. Еще один бег минус. Там дымы какие-то. Там трассеры теперь, не пойму, что происходит. А, там раб наш подъехал. Он херачит по этому амбару. ГГ синяя. Давай, да, там посмотрим. Боже, даже слышно разницу становится. А, вижу, вижу. Он низко, низко летит. Очень низко, да. Самолет, что ли? Да. А, вижу его. Народ здесь застопорись, Боба, я хуй знаю. Да, я тут прям застопорюсь, разворачиваюсь. Вот так. Да, сейчас. Сейчас налетает. Он там разворачивается, кстати. Ну, пока нет, но... Как бы мне его не пропустить? Я его не вижу, конечно. Он сзади нас прямо. Азимут 75. 75? Сейчас налево уходит. На север. Через север будет обходить. Я из-за лыж. Там пикап стоит. Так, самолет возвращается. Самолет возвращается. С севера. Нет, он что-то там непонятно. А, вижу самолет, все. Слушай, нам сзади к нам заходит. Да. Заходит на нас, по-моему. На нас, смещайся, смещайся. Я помираю. Сука, блядь. Пошел он нахуй, я хочу сказать. Не, все, развернулся, развернулся. А,
А, вижу капку пеха рядом с вами сейчас. Так, вижу, лежит один. Сейчас. На той горе, где как раз много меток. Двое даже. Километра 800. Я пока каплю пытаюсь прикрыть. Это сверик, блядь, летает. Окей, пытаюсь увидеть. Сейчас он бегает. У нас в хвосте. Да, к востоку его самолет. Кап, я вас вижу, а машинки не наблюдаю. Противник. Белый у нас же. Убил. Хорошо, так, где-то там второй еще один. На этой горе, где до хера меток, прям на вершине. Так, где-то еще один должен быть. Где вот желтые дымы, туда один в город убегал. Больше не вижу его. Какое место можно полететь? Ну, кому нужна помощь, туда можем слетать, если там кто-то запрашивает. Для капы помочь Челика убить. Okay, вот на моей метке X1 шайтан. За бухтой, да? 345 один. Понял, да, понял. Да, стоит он там в зеленке. Дай мне секундочку. 1623. Что-то КамАЗ не хочет особо взрываться. Это челик 284 вышел, там за домом сидит, открыто довольно, там, если что. А, вижу. Он шевелится. Измени, пожалуйста. Под ноги попал. Ага, вижу, там в городе бегает один. Далеко-далеко? 2400, не смогу так далеко, не хватит щелчков. Еще там одного вижу, погоди секунду. Окраина города с востока, дом такой отдельно стоящий. Там у него машинка стоит серая. 2200, но я тоже не смогу, надо ближе, наверное, подлетать в таком случае. А, вижу. Так, чел вышел из дома. У меня болтает, я не могу.
убил. Кого? Да. СМ-2, который был рядом. Так, трассеры. Вижу пикап, он возле леса, но надо чуть назад сдать. Либо ниже спуститься немного. Немного ниже, либо назад. Давай тогда вниз. 1600 примерно так же. Еще. Стоп. Да, нормально. Он садится в тачку, сейчас походу уезжать будет сразу. Он сейчас выкатится просто, он не будет уезжать. Он прячет его, да? Сейчас, отлично. Сейчас пристрелку куда-нибудь дам. Сюда вот, например. Прямо машина стоит. Так, песочные штаны. Так, это шевелится, который возле пикапа. 330, посмотри, шайтан, прям сейчас, сейчас. Высоко. Я прям под нами не смогу смотреть, я пока того выцелю. У меня не хватает угла туда. Погоди, секунду. Нет, все, убежал. Ну давай тогда теми займемся. Чуть пониже опустись, метров на 100. Где по нами еще раз? 330, видишь, горочка перед нами? Да. Вот, и короче, на ней от камней, блядь, под самыми нижними камнями посреди бегают. Вижу. Стой, нет. Ты же это нормально можешь стрелять? Да, могу, но меня пока колбасит. 1200 метров, 1300. 1300. Так, это ушел за зеленку, не вижу больше его. Сейчас, подожди, шайтан, там вот челик СМ-2, по которому ты стрелял, высунулся, слева от дома сидит. Да, вижу, сейчас. А к нему, кстати, тот подходит, которого я вот сейчас преследовал. Их там двое теперь. Вижу. Этот сидит, он прям за пикапом. Убил одного пикапа. А куда второй убежал? Он где-то справа бегал, в лесу. Сейчас метку пока поставлю. Так, вижу, по городу один шляется, прямо в центре, там Т-образный перекресток. Тоже 1600. Нашел, что это на одного 329, блядь, я просто не знаю, как тебе сказать. В лесу или где? В самом низу практически горы, блядь, вот этой. Которая наша гора? Да. Мне туда угла нету. Оба, подожди, 1200 метров. Давай чуть пониже, попробуем. Нижний. Да, должна быть. Давай 800 метров, опускай. Там ориентир есть какой-то? Вот именно то, что нету. Смотри, короче, камни вот эти идут на горе. И ниже метров 200, получается, там... 330 азимут. Вижу. Там еще жмур рядом, да, лежит? 1100, а я хуй знает, что там не жмур. Там рядом прям лежит такой. Две руки в разные стороны у него. Сейчас он попробуем. Чинегом каким-то там лежит, блядь. КамАЗ на желтой битке чекали. Сейчас посмотрю. Отлично. Сейчас за взрыв. Блин, не попал. Вижу еще одного пятка, как он скажем, с этим скончим. Так, этого я спугнул, чтобы он обратно в камни убежал. Сейчас ляжет в камнях. Подожди, не надо сейчас. Это обратно к пулемету идет М2. Вот сел, сидит. Убил, все. Слева какие-то трассера вдоль берега. Вдоль берега взрывы какие-то слева от нас.
Можно помочь им. Вижу, там в камышах у них чел ходит. Сейчас, секунду. Азимут 350 от нас. 350 к камышах. А, не, метров 100, наверное, от таких двойных домиков. И слева от этой вышки, где, короче, провода. Блин, спрятался он там. Блин, сидит в своих камышах, не выходит. А, слушай, Шайтан, 340 за баррикадами, за М2 стоит в начале города, при въезде. Да, вижу, сейчас. 1300. Там что-то крови, кстати, у него прям под ним полно. Задамажился об статику, что ли? По-моему, течет. Скоро сдохнет, по-моему, даже. Рядом с ним попал. Он его без ноги, что ли? Он с РПГ-7? Все ползет. Мне кажется, что по металлу попало сейчас прям. Я не слышу, кореш. Поставили за наше здоровье. Сейчас этого добьем, можно будет сменить позицию. А, вижу. Убил того типа за М2, который... Да. Смотри, в поле... Вижу дымы. Пускает на него ориентир. Я тебе могу меточку сейчас поставить. Ну кто вот стреляет, видишь, там стреляют наши трассера. Оттуда далеко? Вот сейчас бежит там кто-то по дороге, враг бежит. Где белые дымы? В такой ложбинке, в зеленке. 1600 туда. Он? Нет? Про него? Не. Наверное, нет. Я не вижу после дыма. А там через поле такая, типа змееобразная зеленка идет. Да. Вот в дымах там был один, ты про него говорил? Я дымов не вижу. Сейчас на него меточку дам, он до сих пор там... Ну, блядь, его, наверное, не убить, он там пиздец двигается, пока он обходит. Вот меточку на него дал, X1. Так, вижу, ползает там один с ТВшкой. Бляха, на нашего похож. Наш, походу. Зеленый весь, закатанные рукава, да, это наш, а, вроде. Да, 305, посмотри мою метку, можешь посмотреть, 305, в зеленке, короче. Там под мостом какие-то ноги торчат, не пойму с такого угла, что это такое. А, мост какой возьму? Прям под нами, который, 290. Да, там были враги там были. А, он кажется живой, можешь чуть ниже спуститься, либо назад отлететь? А, вижу ноги. Вижу, могу. Давай. Немного. Совсем немного. Давай. Еще. Все. Да, он живой. Он живой, да. Километр 100. Уже 700 парней. Не вижу смысла спускаться. Нас увидят. Угу. Тоже барат есть просто. Там двое даже, даже, да. Видишь? Можешь еще немного? Чуть немного. Вот так, все. Так, хорошо, да-да-да, они вправо идут, сейчас попробуем их выцепить. Эти двое в камышах сидят, вот справа от моста, на востоке. Что там, посмотри, Азимут 300, горит КамАЗ же, блядь. Там такое пламя, что не видно ничего. Там КамАЗ. Наверное, КамАЗ, да. А что там они еще будут в камышах прятать, по сути? Макитары. Маки северо-западнее. Надо будет подлететь, ты скинешь гранату. Окей. Чё, пробуем? Подожди. Пробуем. Сейчас я там этого пехотинца душу. Пробуем с такой высоты. Он лежит. Убил. Там где-то еще один должен быть, в тех же самых камышах. Но если уже надо лететь сжигать, то можно лететь сжигать, как бы. Партнер, сколько времени примерно у нас есть? Плюс, смотрите. Так, ну я смотри, мы сейчас 150 метров от них, я столько вряд ли, наверное, докину. Ближе к ним? Ну на северо-восток бы, наверное, поближе чуть-чуть. Прям на них долетим? Еще. Парни. Еще, давай вот так попробуем. Выравнивайся. Пробуй через адванс бросок кинуть.
Я смотрю, если что. Так, сейчас я сяду за первую эту стойку. Давай, если что, возьми. Так, я бросил, сейчас посмотрим, куда она. Угу. Ох, ёлки. Я собираю, могу, если что, спрыгнуть, типа. Пока мы денежку с его и... Надо чуть назад отлететь. На метров... Именно жопа или... На юг. На юг надо отлететь метров 50, может быть, около сотни что-то. Ни взрывов, ни... А там видно, как она падает. Там видно, как она падает. Не знаю, сейчас посмотрим. Бросаю, смотрим. Блин, отдернулась немножко. А вижу, вижу. Еще надо назад. Да, много, причем метров 100, наверное. Еще? Надо бросать. Через адванс бросаешь? Да, да, да. Давай пониже, метров 500 опущусь, полегче. Давай так попробуем. 587 метров. Хлопушка, блять. О, кстати, нормально вроде падает, да? Ой, прямо в поле вроде. Да, в одно поле попал. Сейчас левее попробую бросить. Давай. Но оно именно гореть должно огнем. Да. Загорелось, загорелось. А одно поле загорелось. Второе лицо. Тоже прям туда упало, кореш. Горелось. Хорошо, смотри. Она вроде перелетела немного. Перелетела метров. Нет, есть, 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 есть. Оно на 7... Сколько гранат еще? Еще 6 штук. Заебись. Сейчас я чуть подальше вот так попробую кинуть. Подожди, стой, давай. Во, 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 во. Нет. Нет, не надо даже... чуть-чуть обратно подлететь. На 140 чуть-чуть поближе. Ну, может быть, пробую. Вот так, да. Там одна хлопушка вообще... Вообще улетела. Мы, походу, как раз дернулись, она ушла. Так, так. Хорошо, ну, вроде идет. Да. Бляха. Надо еще немного в ту сторону. В ту сторону надо подлететь. На 140. О, упала, нет? Блядь, она упала и прилетела что-то. Так нормально? Да, сейчас попробую. Есть, загорелась, загорелась. Все, сожгли все поля, сожгли все поля. А тут уже типа все полностью. Это... Там по городу, я вижу, союзники прям гуляют. Можно, знаешь, что попробовать? Так, как-то дом у нас стоит. Вот, допустим, на мою красную метку на севере от города зависнуть. И опуститься, с очень. И опуститься, да, чтобы я мог посмотреть окна. Прям сильно-сильно. Бегает топливо, мужики. Похуй, там еще выходит, мне нужно 5 на 8. Цель? Да. И назад, чтобы было видно окна. А хотя... О, все, отлично. Жестко, жестко. Много мы на самом деле так подумали. Музыка, да? Музыка из Far Cry 3. Отсылочка. Ага. Мы разбились. А, мы разбились. Мы разбились. 8 человек, короче. Заебись. И будете носик шать там? Конечно. Красава. Спасибо за пилотирование. А тебе спасибо. Отлично. Спасибо. Если вы не хотите пропускать новости или анонсы канала, смотреть скрытые видео доступно только по ссылке. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании под видео.